Завтра в Тирасполе большой футбол. «Шериф» начинает свою еврокубковую кампанию. В первом квалификационном раунде соперник – вице-чемпион Азербайджана «Зиря». «Орлы» – это прозвище азербайджанской команды – уже прилетели на берега Днестра и провели тренировку на главной арене. Для тренера «Зири» Ришада Садыгова это уже третий визит в Приднестровье. Раньше он приезжал как игрок «Карабаха», теперь в новом статусе. Интересно было, я даже улицы это узнавал, знакомы были, стадион когда зашел, даже мы про состояние травы поговорили с директором стадиона. Интересно, когда ездишь в знакомые города, знакомые страны, знакомые стадионы, это всегда интересно. Итак, «Шериф» Зиря завтра на главной арене, начало в 20:00. Билеты можно приобрести на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.